Так, друзья мои, всем привет, с вами канал Custom RC. Наконец-то приехал мотор. Нашел дешевый мотор на Алиэкспрессе, коллекторный мотор, 35 витков, решил попробовать его на трофи. Самый прикол у этого мотора в том, что он стоит всего $6. То есть реально коллекторный мотор со сменными щетками стоит $6. Давайте посмотрим, какой он. Фирма Cool RC. Гул, даже правильно считается, гул, а не подкул, кося. Так, в общем, вот такой вот двигатель. Как видите, у него сменные щетки, то есть полностью щеточный узел, можно менять. 35 витков, стандартный мотор. Есть у меня двигатель, вот такой вот, New Crawler, а он стоит где-то в районе 30 с чем-то долларов. По сути, разницы никакой абсолютно. То есть они абсолютно одинаковые по размерам, у них одинаковый щеточный узел, то есть все то же самое, различается только в цене. А на вот этом моторе New Crawler я езжу уже где-то 2 года, на Axiale он был, и до этого я его еще эксплуатировал немного, то есть очень износостойкий, единственный один раз менял щеточки. Давайте сегодня вот этот моторчик более детально рассмотрим, сейчас разберем его и посмотрим, что у него внутри. Итак, разбирается он достаточно просто. Для начала нужно снять пружинки, которые удерживают щетки. Делаем это аккуратно, чтобы не потерять их. То есть плюс этих моторов в чем? Они обслуживаемые. Если, например, вы покупаете обычную консерву за 15-20 долларов, да, она стоит, то если она умирает, с ней уже ничего нельзя сделать и просто выкидывать. А плюс этих моторов в том, что они очень качественные, сменные щетки, то есть всегда это можно заменить, и у вас моторчик приобретает вторую жизнь. То есть вот почему умирают консервы? Во-первых, потому что там в основном стоят втулки, а не подшипники, они разбиваются, и основная самая причина — это сгорают щетки. Например, если вы ездите на липо, щеточки могут сгореть очень быстро. А здесь они, видите, очень большие, то есть изнашиваться будут очень долго. И в этом плюс. Так, болтики не потеряем. Все складываем. Смотрим, что у нас внутри. Итак, внутри у нас стоит подшипник. Это плюс, большой плюс. Я думал, здесь будет втулочка, на самом деле, за эту стоимость, но здесь стоит подшипник. Подшипник закрытого типа. Вот вам видно, я думаю. Вот так вот. Щетки хорошие. Вообще, в принципе, этот весь узел достаточно добротно сделан, то есть ничего не болтается. Вся вот эта крышка такая очень фундаментальная. Теперь сам коллектор. Достать бы его еще. Так, извлек оттуда вот это колечко стопорное. Теперь можно достать сам коллектор. Здесь стоит подшипничек, тоже закрытого типа. Тоже очень хорошо. Магниты приклеены хорошо. Ничего нигде не торчит. Здесь стоит пружина, распорка, которая там внутри, которая не дает им сдвинуться с места. Сам коллектор. Все тоже очень аккуратно, ничего нигде не торчит, все заклеено, провода не болтаются, то есть вот эта намотка на месте, здесь аккуратная пайка, шайбочки текстолитовые или тефлоновые, текстолитовые, по-моему. То есть все на самом деле очень хорошо продумано и очень хорошо сделано. Для мотора за $6 это просто очень круто, потому что обычные консервы за 15-20 долларов, они сделаны гораздо хуже, и они одноразовые. А это долговечный хороший мотор. Насколько долговечный, мы проверим, конечно, в эксплуатации. Поставим его на Axiale. Ставить будем вот с этой вот коробкой, с новой.
новая старая коробочка. Если вы следили за моим инстаграмом, то увидели, я выкладывал ее. Если не знаете, что у меня есть инстаграм, ссылка есть в описании. Так, собираемся вам в обратной последовательности. Итак, подводя итог, двигатель очень дешевый, $6, очень качественный, по крайней мере при разборке, да, стоят подшипники спереди и сзади, сменные щетки, щеточный узел, то есть все сделано добротно и хорошо. Теперь проверим его в эксплуатации, поставим его на вот эту коробку и все это дело воткнем на аксиал, обкатаем эту мотоустановку и уже дальше займемся тюнингом нашего акса, будем ему делать хороший кузовок в виде грузовика. Все, на этом сегодня все. Подписываемся, ставим лайки. Всем пока!